Держи. Найди ее. Профессор Уизли! Мы не знаем, что это за магия. Если бы мы знали, что это такое... Глациус! Инсендио! Когда ж ты успокоишься, крыса летучая? Авада Кедавра! Протего! Это что, филин? А я думала, сова! Твой путь в мир магии начинается сейчас. Хогвартс Легаси. Напиши свою историю. Вы и представить себе не можете, как неудобно было путешествовать, пока...
8 ног – это уже чересчур. Протего! Редуктор! Инсендио! Анфринго! Анфринго! Инсендио! Нравится быть добычей. Ривелио. Во имя Мердена. Я что-то слышал. Я мечтаю о том, чтобы сделать мир лучше. Экспеллиармус! Делать ставки... Конфринго! Да, это место не в лучшем смысле. Атто! Протек! Конфринго! Мы не одни? Ни в коем случае. Здесь сторонники Ранрака. Вижу как минимум дюжину, но их может быть гораздо больше. А можно трансгрессировать отсюда прямо в башню? Могли бы, но мы же понятия не имеем, что творится в башне. Но самое главное, я хотел бы выяснить, что они тут делают. Их лагерь впереди. Прежде всего, давайте проведем небольшую разведку. Пойдемте. Да, ситуация так себе. Да уж. Сюда. И рекомендую применить дезальмационное заклинание. Не стоит объявлять о нашем прибытии. I don't think I shall need to eat again till next week.
быстрей! Не показывайтесь и примените петрификус тотанус. Прекрасно. Здесь должно что-то найтись. Ранрак уверен. Кто там? Сюда! Здесь должно что-то найтись. Я гоблин, а не игрушка. Ты лишь оттягиваешь. Я не успокоюсь. У тебя ноги! Здесь должно что-то найтись. Ранрак уверен. Вдруг тебе это не сойдет. Это просто смешно. Конкретно. Ривелин. Это приказы Ранрака. Они должны найти нечто, связанное с именами. Какими именами и почему именно здесь? Прольется кровь. Гоблины всегда недолюбливали волшебников, но здесь эта неприязнь приобрела новый оттенок. Хвала Мэрне, ну все закончилось. Пойдемте внутрь. Ривелио! Сомневаюсь, что гоблины знают об испытаниях. Но они в курсе, что здесь происходит что-то важное. Ривелио! Мы явно не случайно столкнулись здесь со сторонниками Ранрака. Похоже, мы нашли вход. Заперто. Отпирающие чары? Полезные заклинания. Сейчас на это нет времени. Если у вас не получится, разучим его, когда вернемся в Хогвартс. Ривелио! Интересно, кто это? В такой одежде может быть кто угодно.
Ривелем. Эти метлы наверняка были зачарованы много лет назад. Никогда не видел, чтобы заклинания держались так долго. Вы в башне Сана Бакара. Ривелио! Здравствуйте, профессор. Вы сказали, башня Сана Бакара? Именно. С профессором Бакаром вам вскоре предстоит познакомиться. Я рад, что не ошибся, предположив, что мы встретимся снова вскоре после нашей последней встречи. Хотя, судя по шуму, что я слышал, вам было довольно непросто сюда добраться. Да, профессор. Рядом с башней мы столкнулись с гоблинами. То, что гоблины знали о моем сейфе, само по себе тревожит. Но если они додумались связать его с этой башней, то угроза куда серьезнее, чем я думал. В таком случае нельзя терять времени. Внизу, возле входа, находится хранилище древней магии. Вы уже такие видели. Теперь оно открыто. Используйте его, чтобы пройти к двери. Боюсь, большего подсказать не могу. Профессор Фиг не может пойти с вами, так что будем ожидать вас в зале картографии. Запоминайте, что видите. Нам надо выяснить, откуда сторонники Ранрака знали о башне, ранее принадлежавшей хранителю. Но пока есть более важные дела, требующие вашего внимания. Например, хранилище древней магии, если не ошибаюсь. Да, сэр. Тогда оставлю это дело в ваших умелых руках. Однако, будьте осторожны. Хорошо, сэр. Встретимся в зале картографии. Хранилище древней магии внизу, возле входа.
О, такое же было в Гринготсе. И в запретной секции тоже. Ревелио! Впечатляет. Ну и где же результат? Пожалуй, надо осмотреться. Ревелио! Ревелио! Следы древней магии. Что-то должно было измениться. Ревелио! Не очень приятно их видеть. Но на этот раз я хотя бы знаю, чего от них ждать. Привет!
Кажется, я их уже видел. Ривелио! В прошлый раз я использовал акцию. Эта платформа поможет мне добраться куда нужно. Нужно найти следы древней магии. Но где же? Нужно найти следы древней магии. Но где же? Отца! Нужно найти следы древней магии. Но где же? Что нам дает этот всплеск магии? По-моему, нужно осмотреться по обе стороны арки. Thank you.
Когда я вхожу и выхожу из арки, комната меняется. Я вижу выход с одной стороны, но когда прохожу через арку, его закрывает стена. Это было легко. Ревелио. Нужно найти следы древней магии. Но где же? Ревелио.
Что нам дает этот всплеск магии по обе стороны арки? Что-то должно было измениться. По-моему, нужно осмотреть эту арку с обеих сторон. Нужно понять, что меняется в этой комнате, когда я вхожу и выхожу из арки. Так вот в чем дело. Мне нужны обе стороны арки, чтобы подтянуть платформу к другому краю моста. Обе стороны арки, чтобы подтянуть платформу к другому краю моста. Так вот в чем дело. Мне нужны обе стороны арки, чтобы подтянуть платформу к другому краю моста. Так вот в чем дело. Мне нужны обе стороны арки, чтобы подтянуть платформу к другому краю моста. Так вот в чем дело. Мне нужны обе стороны арки, чтобы подтянуть платформу к другому краю моста. Так вот в чем дело. Мне нужны обе стороны арки, чтобы подтянуть платформу к другому краю моста.
Никогда не привыкну к такому полу. Ривелио! А теперь глянем-ка, что изменилось по обе стороны арки. Обстановка выглядит по-разному с одной и с другой стороны арки. Но в чем отличие? Акция!
что если встать на одну платформу и использовать акцию для другой? Должно сработать. Акцию! Что если встать на одну платформу и использовать акцию для другой? Должно сработать. Ревелио! Thank you.
Какое облегчение. Еще один омут памяти. Ривель! Твоя способность преображать окружающий мир просто поразительна. Что такое? Отцу становится хуже. По-моему, он уже не оправится от потери сына. Тяжело видеть, как страдают дорогие нам люди. Мой брат уже давно умер. Но отца так сильно терзает боль, будто его сын умер только вчера. Ему нужны не мои способности, а покой. Как я могу помочь ему, профессор? Ты и так уже много сделал. Но ты... этого мало. Я хочу избавить его от боли. Я прекрасно тебя понимаю. Возможность использовать магию, чтобы преобразить не только физический мир, искушает. Но человеческие эмоции – это могущественная сила. Даже самая умелая ведьма не может знать, каким последствиям приведет необратимое вмешательство в эту силу. То есть я должна просто смотреть, как боль его убивает? Но пойми, это же не твоя боль. Каждый год ученики видят в чаинках все более и более несуразные, чем раньше. О, мисс Морганок! С возвращением в Хогвартс, профессор! Теперь снова придется привыкать. Профессор Руквуд? Было приятно узнать, что вы приняли должность профессора защиты от темных искусств. Присаживайтесь, Изидора. Расскажите о своих путешествиях. Я надеялась, что вы с остальными зайдете ко мне в гости этим вечером. Так много хотела вам рассказать. Замечательно. Мы известим остальных? Очень хорошо. Тогда до встречи. Еще одно воспоминание. А теперь надо найти бы выход отсюда. Опять этот прозрачный камень. Должно быть, это путь обратно в...